Владимир Сапрыкин. Авось. Читает автор. Грешные души спасая, неистово молимся. Но к Господу Богу, поверьте, в гости не просимся. Крестимся, молимся, шепотом молимся, крестимся. В светлой надежде на Бога, что скоро не встретимся. Играем с судьбой в крестики, нолики, чет или не чет. Крутим рулетку, ждем замиранием, авось повезет. Давно в русских душах вольготно прижился авось, а с ним все дела, с верой и надеждой, идут только в кость.